Я купила вот такое новое устройство себе. Вы видели в лифте сейчас? Неудобно было говорить, так как там дяденька стоял. И с этим устройством мы сейчас поедем с вами в Сеул. Смотрите, какая у нас замечательная погода. Я зря надела теплую куртку. Сегодня плюс 18 градусов обещали. Вот такая золотая осень у нас прекрасная. Что дома сидеть? Засиделась я. С тех пор, как я создала канал свой на YouTube, я просто засиделась дома. Смотрите, какая красота. Постоянно сижу, монтирую эти видео. С утра до ночи. И забыла уже, когда гуляла последний раз. Поэтому вот решила прогуляться, заснять много материала нового, чтобы потом опять засесть за компьютер и сидеть там. Я иду к метро, иду пешком. Давно я на метро не ездила. Покажу вам сейчас, как выглядит наше метро. От дома у нас идти пешком минут 5. Ну, если вы совсем каликанец, то минут 7. Отсюда вот не видно сейчас будет, наверное. Но у нас, видите, зацвели розы. Круглый год что-то доцветет. Вот розочки. Видите? Они, конечно, цветут не так пышно, как они по весне цветут, эти же розы. Но все равно очень приятно. Идешь, скоро зима, а у тебя все цветет. Вот школа, кстати, Софийкина. София тут у меня учится. Может, она сейчас тут даже прыгает, бегает где-то. А это вот библиотека наша. Библиотека бесплатная. Приходите сюда. Школьники могут после школы приходить и как брать с собой книги, так и здесь залипать, читать, потому что там очень красиво, хорошо, уютно. Мы выходим к метро, станция метро. У нас пригород. Вот такая станция метро. Вот такой эскалатор, который начинает работать только когда ты на него заходишь. Экономия энергии на всем. В России в метро в основном только спускаются, да, в Корее очень часто в метро поднимаются, потому что часто метро идет по улице. Не под землей, а по улице. Вот здесь мы видим с вами линию эту метро. Вон там поезд уже стоит. Это конечная станция, поэтому здесь вот стоят поезда, их можно видеть. Вот так выглядит станция. Вот выход из лифта. И что мы видим здесь? Про метро. Здесь можно сфотографироваться на паспорт. Если вы еще не знали, то Корея безумно комфортная страна. Я не знаю, можно ли найти страну более комфортную. Также здесь вот есть информационный пункт. Здесь есть, посмотрите, комната матери и ребенка. И есть вот такой туалет. Туалет для инвалидов. Вот такой туалет для инвалидов в метро. Все стерильно чисто. Все просто сияет, как в пятизвездочном отеле. Здесь туалет для матери и ребенка. Такой семейный. И тут, ой, товарищи, тут так тепло. Здесь работает сейчас батарея, вот эта вот обогревательная. Хотя и на улице тепло, но здесь прям как дома температура домашняя. Вот мы видим детский унитаз, детская креселка. То бишь здесь мама, если с ребенком, то они посещают вот этот вот туалет. Здесь есть пеленальный столик. Вот такой туалет. Вкусно, очень вкусно пахнет. Знаете, чем? Детской пудрой, присыпкой. И вот такой вот женский туалет. Здесь вот такое искусство висит. Так все выглядит. Всем привет. На меня так посмотрели, как на ненормальную. Всегда стрёмно снимать при ком-то. Вот так выглядит туалет. Ничего особенного, бумага, стерильно чистый унитаз. И кнопка экстренного вызова. Если с вами что-то случилось здесь, вы всегда можете вызвать служащего. Например, бумага, если закончится у вас. Вот в таких автоматах вы можете как купить карточку себе, так и пополнить ее. Но у меня уже есть карточка T-Money. Я ее купила в магазине, и на ней, по-моему, еще есть денежки. Так, все бегут. Поезд приехал, и мы тоже побежим.
Тут опять лифт. Ой, бежим, бежим. А, он уехал. Не повезло. Очень жаль. Так как у нас не очень большой поток, самая последняя станция Уива-Кукуева, то здесь поезда ходят довольно редко, намного реже, чем в Сеуле. И ходят они сейчас вот здесь, вот есть расписание. Сейчас, наверное, часов 11, да? Вот расписание. 11 часов 1 минута, 11 часов 9 минут, 11 часов 17 минут. Получается, каждые 8 минут ходит поезд. То есть нам придется 8 минут сейчас торчать здесь. Ну, пока покажу вам станцию. Здесь вот такие есть противогазы на случай пожара. Везде в Корее сейчас стоят вот такие двери, которые не позволяют вам выпрыгнуть на пути и тем самым покончить жизнь самоубийством. Не нужно нарушать порядок. Держите себя в руках, называется. Также прямо перед входом в метро стоят вот такие автоматы, где можно купить напитки, чтобы в метро их потом пить. Метро корейское занимает, по-моему, второе место в мире. Первое или второе по количеству станций. Постоянно открываются новые станции, так как пригороды Сеула постоянно растут, то и станции открываются новые очень часто, не только станции, целые линии. Вот в Сеуле, да? А линии вот эти вот пригородные растут просто не по дням, а по часам. Вот мы сейчас находимся, это крайняя станция наша. Красным линиям выделен скоростной вот этот вот поезд. Тут мы видим часы работы. В будний день это с 5:30 утра до половины первого ночи работает. А по выходным с 5:30 утра до всего половины 12-го. Тут также указаны телефоны, по которым вы можете позвонить и спросить любую информацию. Вообще в Корее вот эта обратная связь работает во всех сферах. Вам всегда ведут вас в курс и все расскажут, объяснят, пояснят. Это очень удобно. И вот такая играет музыка перед тем, как приходит поезд. Здесь вот сейчас народу нет, поэтому все сидят так спокойненько. А когда час пик, особенно в Сеуле где-то, люди встают в очередь и заходят по очереди. Такого трэша, конечно, как в Японии нет, чтобы прям людей запихивали, помогали им запихнуться в вагон. Но в час пик тоже довольно бывает густо. Я хочу показать, как управляется поезд. Как вы видите, нет машиниста. Поезд управляется сам по себе. Все, мы поехали. Оля машинист. Брум-брум, брум-брум. Я как ребенок веду себя в метро, на меня люди так странно смотрят. Скажут, либо она ребенок, на что они похожи далеко, либо у нее что-то с головой, что она мало то, что снимает это, еще и что-то там объясняет, рассказывает. Но я редко езжу на метро. И потом хочу просто вам показать, какое метро в Корее. Сквозной поезд полностью, нет никаких дверей. Двери есть, конечно, но их не закрывают. И можно весь поезд у вас на обозрение. Смотрите, хвост у него то поднимается, то опускается, то влево, то вправо, как у змеи. Не дать не взять. Очень прикольно. Стерильная чистота везде, естественно. В меру работает кондиционер. Очень приятная температура. Вечер, 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 вечер
Места для беременных. Вот эти места для пожилых людей, также для людей с маленькими детьми или беременных, опять же. Эти места никогда никто не занимает. В корейских вагонах метро настолько тихо, что я вот сейчас говорю, и я говорю не только на весь вагон, вообще на весь поезд меня слышно. И чувствую себя из-за этого немножко дискомфортно. Просто идеальная тишина, идеальная чистота. Ну все, наверное, увидимся на канале.